Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Terra Invicta на максимальной сложности за сопротивление. Может быть, в этот раз получится. Может быть, потому что игра вообще настолько часто вылетает, что невозможно уже терпеть это. Особенно, когда садишься в ночи полчасика рубануть и приходится по два раза перезапускать и делать то же самое. Ну ладно, может, в этот раз повезет. Что мы будем делать? Мы будем собирать Евросоюз. Да, опять будем собирать Евросоюз, потому что в прошлой серии пришельцы его захватили. А вот я попытался отбить столицу, но в комментариях написали, что вроде как они столицу переносят к себе куда-то, поэтому захват Парижа мне не помог бы, надо было каждый регион брать. Но тут тоже вопрос, потому что мои войска стали в этом регионе, не брали его, сюда пришли, не стали как будто ничего делать. Не знаю, в чем там прикол, но в итоге возникло восстание, революция, и все эти земли развалились. Теперь набежали сюда все агенты, вот вражеский агент, вот вражеский агент, вон вражеский агент. И все пытаются ухватить себе кусочек всего. Из-за того, что отворился Евросоюз, мы конкретно улетели в минуса там, по деньгам и прочим вещам. Но сейчас уже по деньгам мы в плюсе, потому что я после записи открыл просто глянуть организацию, нашел какую-то организацию на плюс 100 денег. Я ее прицепил, все, вопрос с деньгами решен. У нас теперь, конечно, серьезная проблема с мишн-контролами, но мы все это дело присоединим. И снова у нас все будет хорошо, потому что по ресам, по добыче ресов мы, кстати, нормально так нагнали. Хотя много-много серий к ряду мне писали, что я уже безнадежно отстал, что пора эту бросать партию. Тут все кончено. Ну, пока не кончено. Пока еще повоюем. Я еще думал, что все кончено, когда Евросоюз не мог вернуть себе. Тогда я сильно был прям разочарован и демотивирован. Ну, вот он отвалился от пришельцев, так что еще поиграем. А, вот. И что еще? А, и в технологиях, значит, из-за того, что нам сейчас опять нужно все это будет делать, федерацию, унификацию, я поменял проект на этот самый, который ускорит, на 20% кулдаун ускорит, чтобы быстрее все это делать, чтобы не как в прошлый раз. И здесь я нашел еще проектор с массивами реакторов, которые я в прошлых сериях говорил, что я их исследовал, но почему-то они не строятся. Нет, я исследовал компонент для корабля, я перепутал, и вот сейчас у нас на очереди стоит уже нормальный реактор, чтобы можно было поменять наши вот эти вещи все, которые у нас там крутятся, вертятся в космосе и дают нам рис. Итак, значит, хорошо бы нам выбить сейчас Францию, потому что это не совсем Франция. У нее там еще кусочек Италии, и в целом даже вот этот вот небольшой, хотя как небольшой, 8 регионов написано. О, как! Вон даже как. Некоторые острова, смотри, что творится, некоторые острова присоединились к Евросоюзу. И даже маленькая страна Латинской Америки. То есть, когда пришельцы все это дело цапнули, они присоединили к Евросоюзу кое-какие территории, до которых я-то вообще даже не тянулся. Поэтому Евросоюз сейчас и выдает неплохо в пусках, неплохо очень, много денег. По науке, конечно, трандец, и по очкам инвестиций тоже трандец. Но деньги и пуски можно вернуть, забрав просто одну Францию, одну точку вот эту, одну точку. Поэтому мы сейчас будем пытаться выбить последнюю точку во Франции, чтобы вернуть себе Евросоюз целиком и полностью. Берем раз, вот для этого он у нас готов. Так, ну 5%, потому что наших мало, значит не готов. Ладно, раз, тогда защищай там, где мы уже нахватали точек, чтобы это все дело нам не выбили. А ты отправляйся как раз за тем, чтобы сделать больше наших сторонников. Здесь ставим защиту. Обе точки. Ты... что-то захватывал даже, мне кажется, тут, да? Да, ты стоишь на очереди, чтобы подхватить точку. Ну, подхватывай, попробуй одну выхватить. Хотя шансы, я думаю, невелики, потому что тут уже кто-то копошится. Ну, попробуем сейчас выхватить эту точку. Опа, не туда. Не туда я его отправил. Нет. Вот сюда иди. Хотя, ладно, иди вот сюда, вот тут... Чуть никто не дает.
общем-то, ему не дают эти точки захватывать. Ну, давай в Испанию хотя бы. Давай в Испанию. Испания нам тоже нужна. Там третья точка. Ты захватывай, в смысле, ставь стену на Испанию. Все, сейчас кое-что подзащитим, кое-что подзахватим, я надеюсь. Ну, даже если подзахватим, то хотя бы подзащитим. Потом придем в Париж. Париж, чтобы выбить Евросоюз со всеми теми местами, которые даже в Евросоюзе никогда и не были близко. Вот. Но будет, будет. И снова начнем свое многостраническое объединение. Все, везде поставили щиты. Где у нас? Хотя нет, вон там еще не поставили. Так, Австралия захвачена. Северная Корея там воюет. Вернее, уже проиграла, уже отвоевалась. 3%. Давай по кругу теперь крутить 3%. Нам нужно больше сторонников в Париже. Сейчас, может быть, еще третью точку в Испании подцепим. Так, что ты хочешь от меня? Мы получили передачу от лидеров протектората. Я Киран, комиссар организации, известный как протекторат. Мои друзья, сегодня мы... That will spare humanity from the violence they are capable of inflicting upon us. They have agreed to allow us to govern ourselves under their distant but watchful eye as long as humanity remains on Earth. They have asked the Protectorate to ensure that humanity abides by космических боевых станций на низкой орбите Земли, чтобы предотвратить любой прорыв пришельцев. Слушай, ну неплохо. Неплохо. Давай, давай. А то они заколебали высаживаться. Согласен вы полностью. Пойдем посмотрим в отношения между агентами, между фракциями. Текс. Вот так посмотрим сейчас. Никогда я сюда не заходил, потому что был без разницы, занимался своими делами. И посмотрим, протекторат, что воюет с человечеством, да, в конфликте со слугами, в конфликте одноглазые, вот такие, с инициативой, понятно. Воюет с пришельцами, ну, он воюет вообще со всеми и с нами в конфликте. Очень странно, что он на такое доброе дело делает, ставит космические станции, хотя, может быть, просто надо полностью текст прочитать. Может, там подвох какой-то есть, но нам пока до его космических станций пофигу абсолютно, просто потому что у нас развалился Евросоюз, нам нужны силы и нам нужны армии. Я не хочу каждую армию пришельцев останавливать применением ядерного оружия. Поэтому им нужны эти земли обратно, чтобы на них построить больше армий. Так, кто еще как относится к кому? Ну, к нам спокойно относятся вот эти парни, вот эти парни, вот эти парни. Да, в принципе, так, раз, два, три, вот эти с нами воюют. Ну, слуги, понятно, это уроды конченые, не со всеми воюют. У них поддержка только пришельцев. Конфликт, война, война. А эти все воюют тоже с пришельцами, ну, соответственно, наверное, со слугами. Нет, конфликт, только не война. Ну, у нас ни с кем нет ярко выраженной войны, к слову, мы просто в конфликте с тремя, спокойно. И тут вот мне сказали, где-то есть оценка угрозы. Сюда я тоже еще ни разу не заходил. А вот уровень угрозы, да? Как это читать? Ну, наверное, красный, судя по всему. Судя по всему, это красная угроза уже максимальная. Конечно, такая себе не очень штучка. Ну, с другой стороны, если бы сходил раньше, видел бы там, что зелененькая, желтенькая. В общем, угроза максимальная. К вопросу о том, когда происходит высадка. Ладно, разобрались с отношениями между фракциями. У нас сейчас тут должен произойти захват Испании окончательный. Нифига не вышло. Не успел, понятно. Потеряли одну точку.
в России. Блин, там щит отвалился, да? Ты курва. У нас всего 3 армии осталось. Текс. Ну ладно. Рассел. Вернись-ка в Россию. Захвати-ка обратно вот эту точку. А чё она на 1%? Потому что наших не так уж, чтобы и много. Чё-то наших везде поубавилось. И непонятно, с какой стати. Пойдем еще раз в разведку. Посмотрим глобально. Да, 6% наших осталось, было 11. Походу пришельцы, когда тут позахватывали, искоренили наших людишек. Грустная история. Пу-пу-пум. Так, вон там кто-то трется уже, значит, нужно ставить щиток. Вон там наш, пошли поставим тоже щиток. Здесь мы не успели. Каталония отвалилась, да? В Каталонии успеешь ты? Или не? Так, стой, опять тень туда черт понес. Ready. Ready. Что за фигня? Вот тут раздражающая тоже история. Вот же я нажал. Нифига не дает. Сюда-то можно? Сюда тоже нельзя. Это камеруны. Ты ущербный, что ли? Я не пойму, почему так с тобой все фигово. Иди тогда делай больше наших сторонников во Франции. Так, ну хотя бы мы успели Англию выцепить всю. Шотландия нет, Ирландия нет. Так, в Норвегии есть места. Идем в Норвегию. Пробуем Норвегию взять здесь. Ищем агента. Пытаемся его заблокировать, чтобы он не шарился просто так. Погнали. Поставили два щитка. Surveillance complete. Хорошо. Ну все, это сразу сдернул, как только стали его изучать. The people will come to our side. 2%. Что ж такая-то доходяжность-то, а? Public sentiment is increasingly with us. Плюс 4. Ну тоже не сказать, что 7 дофига, но тем не менее 17%. Переворот в Германии. Полностью снесли нас. Юкламене. Как у нас все было хорошо тут, и теперь как у нас все тут не очень хорошо. Ладно, значит, в Германии беспорядки, мы тоже можем сделать переворот, чтобы вернуть там все. Не успел в Норвегии, да? Кто-то там подцепил. Теряем вторую точку в России. Ты что, издеваешься, что ли? Там же стоят щитки, почему мы точки теряем? И потеряли контроль над армиями. И всем войну объявляют они. Ё-моё. Психи дурацкие. Часто пишут тоже в комментариях, что надо, не надо как пацифистам, надо войсками всех давить и давить. Кем воевать вы собираетесь, если вы всех раздавите на земле? Вот такой вопрос у меня. Как эти уродцы через щитки мои пробиваются, а? У меня и сторонников тут побольше вообще-то. Норвегию мы, видимо, тоже не успеем сейчас, так же, как он с первой точкой прощелкал. Давай в Россию иди, сделай больше сторонников. Так, где-то деньги отвалились, потому что точку потеряли. Бегом.
Ты тоже возвращайся бегом. Ладно, раскачиваем Францию. Сейчас только Расселом попробуем, может быть, переворот в Германии провести. А тут одна всего. А где они там круто провернули? Да фиг знает. Ну давай. Проценты на нашей стороне. Сделаем так. А ты иди еще тоже в Россию. Тоже там сделай наших сторонников. Ты что-то начал все хватать подряд. И ничего хорошего не вышло. Проект, который снижает падение ВВП на 20% после ядерных ударов, да, актуальненько, актуальненько. Всего 2%, а? Опять. Ну вот мы провели переворот в Германии, наших точки стало 2. Было 3, они у нас отбили, у них осталась 1, но мы провели, у нас стало 2. Сейчас мы можем третью забрать. Саботаж. В Испании. Аэропорт. Космопорт. Космопорт расфигачили. Корея. Южная Корея заключила мир с Россией. Да, до этого воевали, чтобы время не могли отделаться от них никак. Нужна третья точка в Германии. И неплохо бы Берлин еще объединить с Гамбургом в одну, чтобы не заниматься этой ерундистикой. Так, новые враги. Мирились со всеми, а эти опять всех рассорили. Рассел, поставь щитки на Германию. Сейчас, кстати, посмотрим, может быть, удастся... А, третий не взят. Думал посмотреть на объединение. Нет, ничего не выйдет с объединением пока что. Потому что третьего нету. Блин, в России точки отвалились. Ой-ой-ой-ой. Щитки, вернее, не точки, щитки. Сейчас как бы не перехватили нам их там. Сейчас плавненько вернемся опять в границы одного Евросоюза. А ведь уже даже Китай там нормально покачивает. В Греции сломали точку нам. 51. Война России с Кыргызстаном. Так, там тоже надо щиток поставить. Но в первую очередь в России надо защитить. Сторонников-то наших добавилось уже. Ну вот, 51%. Нормально. Ой, ну заколебали они со всеми ссориться-то, а. Where to? Давай, Дмитрий, ставь на защиту. Ты хватай третью точку здесь. Есть. Дальше идем посмотрим по нашим. Это столько наших стран теперь, да? Марокко, да? Монголия. Так, тут закрыто. Грецию расфигачили, Монголия где-то там. На Россию сейчас поставим. Тунис, Турция. На Турцию надо. Ты не умеешь. Standing by for ты умеешь. Orders. Давай на Турцию, что ли. Protecting our interests. Protecting our interests. Есть, Россию защитили. Securing our interests. Успели. Кто там не выхватил.
Эти, кстати, единственные армии отбивают у пришельцев Питер. Это хорошо. Можно, кстати, отправить вторую армию туда. Public opinion is moving in our direction. We're winning their hearts and minds. We are winning their hearts and minds. Да блин. Войска, двигайте. Двигай в Питер, наполовину разнесли, освободим Питер сейчас. Что у нас по Евросоюзу? 52%. Можно начинать пытаться. Грецию выхватили у нас. Ну, понятно, разрушили и выхватили. Но нам сейчас больше, конечно, интересно Франция. Кто-то у Humanity перехватил точку в России. Что-то все ломанулись в Россию. Ладно, идем за Питером пока. Здесь. Пойдем попробуем сломать. 45. Ну вот, уже нормально. Погнали. Даже 88. Это будет сейчас нормальку. Я думаю, сломаем ее. Так, идем захватим. Не захватим, защитим точку. Германии здесь. Делаем больше наших сторонников. Ой, за деньги. За деньги мне чуть не очень охота. Потому что деньги снова улетели в минус. Но я думаю, сейчас исправим эту ситуацию. Если сломаем точку. Так, а там что, Америка высадилась на нас? Ай, блин. Высадилась Америка в Испанию. Снесет нам там все сейчас. Ладно. Вернемся к этому позже. Этих бомбит с орбиты, что ли, парней? Непонятно, что тут пупыри. Ладно. Пока сюда. Да, все, Испанию захватили. Полностью. Ладно, держим Россию, держим Евросоюз. Приперлось два агента в Россию. Надо шугать их надо. Чтобы они валили отсюда. Питер взяли. Нет, не взяли. Нет, еще не взяли. Че там, пришельцы падают, что ли? А, это эти. Летают. Гоньки пока нафиг. Гоньки пока не важны. Пока Россию надо удержать. Текс, нам нужен кто-то. Кто-то, кто может удержать Россию. Standing by. Этого парня берем на захват разбитой точки. Захват Рашнал. Двигай за агентами вражескими в Россию. Это должно их напугать. Тут у нас защищено все. Монголия где-то там не защищена, но фиг с ней. В Испании как... Слуги. Наших в Испании немного. Переворот не удастся сделать. А вот, кстати, пустая точка. Бежим. Почему ты не хочешь сюда? Что тебе мешает? А, там, наверное, наш вообще по нулю. Вот в чем. Да нет, 5%. Видишь, тебе не живется спокойно. Ну ладно, полетели. Не знаю, почему. Не знаю, почему это происходит. Что-то Питер не удается отбить. Вторая армия тоже огребает вовсю. Весь недовольство 4. We'll make things safe. Есть, агенты вражеские свалили. We've got some intel on our target. Есть, изучил.
Ну, задача была просто согнать, как бы изучение нафиг не упало. Ураган. 200 денег. Ну ладно, 200 денег. Поможем. We are winning their hearts and minds. Public opinion is moving in our direction. Things are stabilizing. Отлично, давай еще раз повторим. Армию давай отведем. Пока ее не расфигачили. Не удалось выбить Питер. Так, а он что-то взрывается там опять. Ты взрывай. Не удалось угнать у нас точку, главную по Евросоюзу. Еще этим что-то не удалось. Евросоюз мы взяли. Сейчас мы поставим щит еще там. Евросоюз будет наш. Собственно, деньги в плюс вышли. Тут все в плюсах. Все нормально. Ну, относительно. Относительно того, что было. At your service. Почему ты не захватываешь точку здесь, объясни. Ладно, сделай нам щиты вон там тогда. Securing our interests. What's the op? Ready. А ты давай шугать вражеских агентов. Tracking target. Есть. Ты вернись. Вернись в Россию. Значит, что мы будем сейчас делать? Мы будем сейчас в России ломать. 28. Ну, ввалимся сюда. Да даже на 30 очков. Будем возвращать свои точки в России. Дмитрий. Больше наших. Теперь можем себе позволить царить деньгами. Денег у нас достаточно. Полетели. Успела отойти наша армия, я думал, ее сейчас разнесут на отходе. Нет, она все-таки отошла. Надо было сразу впрягаться, когда эти наступали, отбили бы Питер. Ну, мы, может, сейчас точку отобьем, то есть заберем эту армию, двумя армиями атаковать уже и возвращать. То есть эти территории возвращаются. Тут не знаю, что у меня тогда вышло в прошлой серии, что не стало захватываться. И здесь захват работает. Поэтому здесь мы свои земли вернем у пришельцев. Come to our side. Балканы сделали свою программу. Молодцы. The people will come to our side. 73. Ну, я думаю, достаточно мы своих сторонников сделали. We're winning their hearts and minds. 73% это нормально. На 10 добавилось. Давай еще раз пару таких сделаем. Пробили точку протектората. Коррумпированные генералы. Коррумпированные генералы России забыли, что значит лицо битвы, да, лицо войны. Выгнали их, короче, оперативники. Это мы получим сейчас. Это они получат сейчас 16 тысяч, что ли? Вот уроды. 16 тысяч они получат. Посмотрите на них. Странно, что мне показывают, что они получат. Цвет ко мне не относится. Ладно, эту разломали. Сейчас будем ломать вторую. Эту подхватим. Россия будет наш полностью. Так, еще один проект. А, мы закончили, наконец-то мы закончили проект, который позволяет нам на 20% ускорить кулдауны. Это нам сейчас очень понадобится. Так, и вернемся, что мы там исследовали-то, с чего я включал. Что-то все по нулям. А, нет, вот. Военная доктрина. Через прямые инвестиции, чтобы юнити увеличивать, единство, которое у меня все время страдало, и технологии пришельцев. Давай возьмем технологии пришельцев, я надеюсь, это усилит нашу армию.
Рассел. Рассел. Ломай. Acknowledged. Последнюю точку. Ну вот это что-то. 25%. Давай 78 на лом. Ты вроде у нас умел раньше нормально хватать, наш второй оперативник. Отправляйся на захват. Точки в Россию. 34. Ничего себе. Хотя наших сторонников там что-то дофига. Ну ладно, вложимся влиянием. Забираем. Здесь. Пойдем в менеджмент. Отношения. Посмотрим. Со всем союзом у нас нашим. Хорошо. Ну, а враги только пришельцы. Евросоюзу, по крайней мере, не успел никто подгадить во внешней политике. Это радует. Так, давай тогда еще посмотрим внимательнее там по унификациям всем своим. Когда все это... А, федерация. Федерация. А, федерацию, что не разломали еще. Они разломали федерации. Ой-ой-ой-ой-ой. Значит, сначала федерацию нужно... 180 дней. Короче, 180 дней ждем. Можно будет всех загнать обратно в федерацию. Потом снова ждем 180 дней. В общем, через год мы все это дело объединим. Ну, не все, конечно. Монголия не присоединится. Турция тоже. И отношений не имеют сюда никакого. Но вот это вот кое-что загоним. 180 дней тут надо подождать. Пойдем сломаем вот здесь точечку, нет? Нет, не сломаем. Тогда давай сторонников своих качать здесь. We must persuade the people. Ты Wait. Тоже тогда сюда же. I will try to sway the public. И... Ладно, Ready она у нас одиночка, да, отправим ее куда-нибудь. Куда ж тебя отправить? Больше у нас нету таких позиций спорных. Дальше везде только наши точки. Пойдем тогда вот Италию будем добивать. Сейчас у нас должна Россия закончиться. Так, снова кто-то приперся. Агента надо было травить. В Ливии сменили режим. Кстати, в Италии пустая точка еще есть. Ну, сейчас как раз качнем наш. Может быть, в Италии даже захватим третью. Десят один. Снизили. Да ты что, не сломал? А нам сломали Болгарию. Вот заразы. Агенты вражеские тут крутят что-то. Нападают на Питер. Ладно, мы ждем, пока у нас армия восстановится. Потом тоже пойдем. И этому не хватило 80%. А он не успел, потому что перед ним цапнули. Здесь раздражает эта история меня. Камерун. Почему Камерун-то? Почему я не могу? Давай в Словакию хотя бы. We'll be running this place in no time. Ready to go. 5 агентов. Так, ребята, разгоняйте этих. Разгоняй их нафиг. Ты давай попробуй перехват. 1%. Не очень хороший перехват. Да они еще и поставят сейчас. Двоих разгоняем. Дмитрий, качай наших, потому что, я так понимаю, их конкретно подрезают тут. Из-за этого у нас сложности. Есть, одного выгнали. Все, всех выгнали агентов. Хорошо, значит, можем спокойно сейчас вернуться тут, ломать все. Ну, кстати, Питер почти освобожден уже. We're winning their hearts and minds. Делаем больше наших сторонников в Бенилюксе, чтобы выхватить третью точку там. The people will come to our side.
Ну вот, щиток поставил, значит, не успели бы мы все равно там пролезть. Так что сейчас снова будем ломать. We're taking over. Взяли первую. Ну давай еще одну возьмем. Stop, you hypocrite. Так, и потеряли Болгарию. Не добили, не добили они. А, давай отправлять свою армию тогда. И Болгарию вывели из альянса с нами. Я-то думал, что 180 дней мы всю эту федерацию загоним. Фиг там, они сейчас нам опять все ломают. Да уж. Идем в Россию обратно. Targeting their center of power. Ставим лом. Securing our control. Здесь идем, ставим щит. Where to? Здесь тоже идем, ставим щит. Securing our interests. Protecting our interests. Securing our control. Не успел Россию, ну ладно, Евросоюз успел подмять, и на том спасибо. Ну, хотя как подмять? Вернули только контроль над столицей Евросоюза. В остальном-то, конечно, ничего еще не присоединилось, но присоединяться. Вот, кстати, учитывая, что взяли этот кулдауновский проект, все равно 180 дней там висит. Странно. Я думал, это тоже время урежется. И можно будет быстрее присоединяться. Нет, эти 180 дней все равно нужны. Our presence is growing. Но может быть, кулдауны, которые там, вот год, который тянется, может быть, он уменьшится. Не знаю. Ладно, будем выяснять уже все это дело в следующий раз. В следующий раз. Этих нужно будет вытравливать отсюда, вражин. I'm here. Эти отвалили все щиты. Вот в этом, конечно, Марокко с кучей стран. Было две страны, нормально, все, можно было держать себе под контролем. Сейчас, конечно, метаться туда-сюда мало удовольствия. I will try to sway the public. Щитки эти ставить, а не ставить их нельзя, потому что не поставишь щиток, получишь. Ну ладно, подписывайся на канал, нажимай колокольчик, пиши комментарий, ставь лайки. Заходи в Discord, ссылка в описании, и поддержи канал на Boosty. Спасибо за просмотр и пока!